Он даже не снимал. Нифига. Охренительно. Итак. Посмотрите, какой красивый пейзаж. В оригинале. Посмотрите, какой красивый. Я добавил насыщенности. Добавил, сделал его, осветлил его. Посмотрите, какой красивый. И теперь посмотрите на то, что я сделал из него. Смотрите. Ну что это? Это же просто кошмар. Что со мной? Что это такое? Смотрите, что это такое? Это дом, что ли? Это мельница? Это что такое? Это башня Ксардоса? Что случилось со мной? Смотрите, а это что? Какая-то дичь. Дед ребенок нарисует лучше. Еще на фоне гения мировой живописи, на фоне Сальвадора Дали поставил. Посмотрите на мой предпоследний пейзаж. Какая дичь. Точнее, он даже лучше этого вышел. Но все равно он стрёмный. Вот он, в общем. Обращаюсь к потустороннему миру. Нет, сначала я покажу вам, вот, смотрите. Смотрите город, смотрите, вот, человек, это я. Хочу спрыгнуть с крыши, никого не призываю. Вот моя надпись, почитайте, кто поймет. Орк огромный пришел в город. Всюду мельница. Человек здесь умер. Видите, кто умер? Я. Здесь спрыгивает, и вот умер. Здесь это сидит на крыше дома и спрыгивает, вот, и вот умер. Вот кто умер, Александр Алёнин. Я. Вот чудовище подходит, вот башня как Сардоса или кого. Вот город под куполом. Вот, короче, Иисуса распяли, вот меня повесили. Вот такая вот, такой вот рисунок. Вот, смотрите. Дальше, вот, смотрите, я зарисовки делал некоторых. Сейчас, вот, смотрите. Пейзаж. Пейзаж. А теперь обращаюсь я к потустороннему миру. Пожалуйста, помогите мне снова обрести дар рисования. Я потерял дар рисования. Я понял, что вы от меня отвернулись, простите. Дайте знак, что мне делать, чтобы снова рисовать хотя бы как раньше, как в 2008 году, как в 2013. Пожалуйста, помогите. Я хочу продолжать рисовать, но у меня выходит ужасно. Пожалуйста. Обращаюсь к инфернальному миру. Кто вы? Кто через меня вот это вот рисовал? Инфернальный мир, либо мир ангелов, либо кто? Либо я не знаю кто. Мир гномиков. Мир пахомов. Как они там? Метафизических гномов там. Хоть кто. Пожалуйста, с моими руками рисуй. Пейзажи красивые. Помоги мне. Мое сердце – это палитра. Мое сердце. Я сердцем рисую. Пожалуйста, сделай мои руки инструментом своим для рисования. Пожалуйста, помоги. Что? Дай знак, что сделать. Не снимать на камеру. Не буду снимать. Что сделать? Я не знаю. Где рисовать? На улице? Буду рисовать на улице. Пусть меня унизят. Будет унижать. Вызовут полиции, наряд. Я не знаю, что делать. Пожалуйста, помоги. Бог, пожалуйста, помоги, Господь, нормально рисовать, верни мне дар, потому что это просто вообще кошмар какой-то, это просто кошмар, что со мной случилось, я потерял вообще дар, это просто ужас, ужасно на самом деле, это грустно очень. Я помню, ходил в 2008 осенью, когда я стал рисовать, и мне было вот так грустно, потому что я понял, что я больше никогда уже так не нарисую, потому что, но я не понимал, что это, скорее всего, существа потусторонние, они через меня рисовали, и эти пейзажи все я смывал дождем на небо, на небеса туда, а может, я ошибаюсь.
Короче, просто... Смотрите, какая дичь. Вообще. Обращаюсь к вам, помогите, пожалуйста. Это, кстати, антидепрессант стрёмный, от него, короче, фига он дорогой. Я его даже не стал пить, он надо. Настой полный. Короче, это... Go in on the sky. Смотрите, чудовище морское. Смотрите это. Смотрите то. Я сейчас должен идти. Короче, все, вырубаю.